15, Марко Верратти номер 6, Юлиан Драксер номер 23, Анхель Ди Мария номер 1. Форму Манчестера она не белая, как был период Манчестер Юнайтед. Томас Тухель потерь, но все равно они пошли. Лукаку выходит к воротам, Лукаку забивает. 1-0, Манчестер ведет, и это то, что они должны были сегодня сделать обязательно. Лукаку забивает в последних матчах постоянно и делает это на Парк де Пренс. Нет невозможного! Нет, не завоевывает мяч Решфорд, он простреливает. Он сегодня неплохой прострел, но тут все-таки хорошая передача в разрез, а тут же обострение! Ди Мария, Мбаппе бьет по пасту. Соперника надо запомнить. Ну а сейчас прострел на дальнюю штангу 1-1! Вот так Кильян Мбаппе, который великолепно открывался под фланговые прострелы, на сей раз выступил в роли ассистента и сделал это почти идеально. Ну что ж, мы можем сказать сейчас одно, но помимо того, что Париж реализовал все-таки свое преимущество, мы сегодня не увидим, может быть, и к сожалению. Дает Дани Алвес! Выше ворот, но игра идет у Парижа, они это понимают, и вот эти руки, воздетые к небесам, это просто вот в таком... Все резко останавливаются, чтобы взорваться, взрывается Мбаппе! И передача великолепная! Бернат! И отражает Дехе. Здесь он справился, но какой момент издевательски организовал Париж. Вот что значит одноногий все-таки футболист, как бы мы... Касание, передача Мбаппе. Ди Мария! На ближнюю штангу. Скидка не прошла. У Керра... Компактность может быть нарушена, но падение тела Керра, конечно... Решается на дальний удар. Почему нет? Да! 2-1! Ромелу Лукаку, мастер дублей! Пользуется каждым своим шансом! А здесь шанс ему предоставил кто? Кто? Джан-Луиджи Буффон. А я... Ну вот ответная атака Пари Сен-Жермен. Все в порядке. Как это будет? Рашфорд! Удар! И... Один центральный нападающий. Внимание, пас на Кильяна Мбаппе. Но сейчас шоу один из лучших. Скидка, она прошла. Хотя свою позицию он остался на ногах, но, к сожалению...